Do'stlar, R3 Fighting Championship Sherlar jangini 3-chi atbor ishini turnirini 5-chi qismini boshlaymiz. Ketdik. Будет закончен. Это прекрасно понимает Халибердиев. Все. Nima bo'lyapti? Tinchlikmi? Yaxshimisiz? Nima gaplar? Ko'rmayapsizmi? Internet tarmog'ida ko'pchilik yuzib tashlayapti. Donyo Qayimov chaqirganman men. Bilsam-ku. Faqat o'rtoqlarimni Donyo Qayimovni kutaman. Mickey Mouse deb. Boshqasini umuman qabul qilmayman bizni. Seriyozmi? Donyo, esingda bo'lsa, mashinani lab o'yini berdim. Har ham sindirmading. Lekin men butun boshing mashinani pachag'ini chiqarib sindirib yubordim. Mana senga vizib. Erkak bo'lsang, kel Moskvaga. Ana ustamaga. Hamma o'g'ini ko'taradi mana. Sherlar jangi turniri Moskvada bo'lib o'tadi. Donyor Qayimov, rasxod ko'taramiz. Davay, Moskvaga. Ну что, дорогие друзья, я хочу поблагодарить нашего надежного партнера, компанию Мост. O'zida boshlang va Mosbet bilan chempion bo'ling. Mosbet xalqaro bukmekerlik kompaniyasi. Hodisalar katta tanlovi va yuqori koeffitsentlar. Yangi kirganlarga 3 million so'm bonus. O'z hayotingizni muallifi bo'ling. Ну что, у нас следующая пара весовой категории до 61 кг. Встречайте, Бес из красного угла. Имамади Юнусов! Қызыл бұрчатта Юнусов Имамади Өзбекстан Самарқан 21 жаш 61 килограмм. Переходим в следующую весовую категорию, дорогие друзья. Теперь до 61 килограмма у нас будут бойцы выходить. И в первом Юнусов Имамади из города Самарканд, Узбекистан. 165 метров рост, 21 год ему. Профессиональный дебют. Как и у многих на этом проекте, для них это первый, возможно, даже единственный шанс был заявить о себе. Благодаря тому, что Рустам Рахмонов создал львиную битву. Здесь сейчас находится Юнусов Имамади и его соперник. Надеемся, что они покажут красивый, интересный бой. Может быть, кто-то из них выйдет в гран-при, и может быть, даже кто-то из них станет чемпионом. А завоевав пояс львиной битвы, перед молодым парнем раскроется очень много интересных возможностей. Синего угла приглашается его соперник. Встречайте Жалоло Миноваров. Көк бұрчакта Миноваров Жалолхон Өзбекстан Наманган 19 жаш 61 килограмм. Күтіп аламыз. Выходит соперник Имамади, это Миноваров Жалолхон из города Наманган, Узбекистан. Всего 19 лет парню, но при этом у него 7 любительских поединков, 7 побед. 4 из них он одержал нокаутом. Возможно, что сейчас захочет и 8-ю победу в свою копилку он занести. Весь вопрос в том, что Имамади Юнусов с этим, скорее всего, не согласен. И
Итак, представляю вам бойцов данной пары. Справа от меня боец из красного угла. Он из города Самарканд, Узбекистан. Его возраст 21 год. Рост 165 сантиметров. Приветствуйте, Имамади Юнусов! А слева от меня боец из города Наманган, Узбекистан. Его возраст 19 лет, рост 173 сантиметра. Он провел 7 боев по любителям, из них завершил 4 нокаута. Встречайте, Жалалхонов Миноваров! Рефери в октагоне Владимир Балла. Бойцы на середину, пожали руки. Внимательно слушаем мои команды, правила не нарушаем. Головой не бьем вообще. В затылок, в позвоночник, в пах не бьем. Локтями в голову не работаем. Коленями в голову можно работать только в стойке. За сетку перчатки шорты не хватает. В партере работаем 30 секунд. Покажите красивый бой. В углах. О май гад, вешка. Вот интересно было сейчас понаблюдать за дуэлью взглядов такой своеобразной, несмотря на то, что Жалалхон моложе своего оппонента, он буквально его сверлил взглядом, вызывая уже так на поединок заранее. Начинается у нас бой. Имамади Юнусов против Миноварова Жалалхона. Интересная тактика, как Юнусов с опущенными руками ходил кругами вокруг своего оппонента, получил сейчас лоу-кик. Пытается раздергать противника, идет вперед. Но пока его удары не достигают цели. Попытка нанести лоу. Удар с разворота Жалалхона. Подхватывает у ногу своего оппонента. Пытается завалить, но здорово его контрит сейчас Мумади. Подбирает шею своего оппонента. И может либо за спину зайти, либо попытаться удушающий сделать. Но воспользоваться сейчас ситуацией. Жалалхон встал. Наносит ему несколько ударов Имамади. И пропускает проход в ноги. Сейчас Миноваров уже сверху. Шея поджата, но никакого удушающего там нет. Просто его сейчас Юнусов пытается повязать, чтобы не развил свой успех Миноваров. Обоюдная ситуация, в принципе, ни один, ни другой сейчас опасности никакой друг для друга не представляют. Сейчас кончится время, отведенное на борьбу в партере. И он продолжит в стойке. Стойки, ребята, рубятся весело. Может быть, не очень технично, но оба заряжены на обмен ударами. Это всегда любопытно. Молодцы, стараются показать себя с лучшей стороны. Как я говорил, здесь уже мало победить, надо победить красиво. Или даже если ты проиграл, ты должен проиграть так, чтобы зрители и организаторы хотели, чтобы ты еще раз вышел в эту клетку. Должен отдать всего себя в бою. Пошел обмен ударами жесткими. Зарубились парни. Без защиты, без всякой, действует. Кто кого первого просто перерубит. Снова идет Жалалхон в ноги, валит своего оппонента, опять шею отдает, но снова сбоку. Он, в принципе, может контролировать сейчас спокойную ситуацию. Очень интересно, что один, что другой просто рубится с открытым забралом, не пытаясь там ничего не финтить. Так, просто боковухи отвешивают друг другу, кто первый упадет. Опять врывается на близкую дистанцию Юнусов. Был клинч, но он сразу же пытался, знаешь, как в хоккейном таком стиле поработать немножко. С ударами опять пропустил проход в ноги. Не будем забывать, что Жалалхон такими действиями набирает очки очень уверенно на судейских записках. Потому что каждый тейкдаун оценивается. А вот обмен ударами не всегда. Если они не были акцентированными и жесткими. Стоп! Итак, он завершился первый раунд. Ну что ж, любопытный поединок весьма. We'll be right back.
спасибо. Нужно было привести покрытие в порядок. Бойцы готовы. Воды много пролито. Второй раунд. Чтобы никто не поскользнулся, не получил травмы. И начинается второй раунд. Имамади Юнусов против Миноварова Жалалхона. Львиная битва, третий отборочный этап. Вот снова начинает сейчас вот Имамади эти финты. Активнее ведем бой. Ходить, вызывать своего оппонента на размен. Хитрить. Пропускает сейчас он атаку своего противника. Но молодец. Устоял на ногах, попытался ответить ударами. Вот сейчас вот ошибку допускает Жалалхон. Пытаясь бросить своего противника, он отдает спину. Если сейчас Имамади вырвется, у него будет несколько секунд на то, чтобы развить свое преимущество. Миноваров это прекрасно понимает, поэтому отчаянно вцепился он в шею оппонента. Пытается его завязать. И, собственно, да, это ему удается. Вновь Владимир Балала вынужден поднять бойцов в стойку. Кружит Юнусов, как коршун над добычей. Но Жалалхон далеко не добыча. Переводит своего оппонента в партер, забирает шею. Сейчас у него есть шанс закончить бой досрочно. Хорошая ситуация. Пытается Юнусов выждать эти секунды. Да, сворачивается, удушающий не идет. Но все равно позиция для него очень опасная. Видели мы с вами на предыдущих турнирах, как тоже поначалу казалось бы, там никого не могут задушить, ни гильотины, ничем, а потом подряд несколько человек просто отключались. Настолько жестко и быстро пролетали удушающие им. Опять у нас бой в стойке. Дергает сейчас Юнусов своего оппонента. Ждет, когда тот раскроется, чтобы нанести удар мощный. Но не забывайте, что у Жалалхона 7 побед, из них 4 нокаутом. Несмотря на свой юный возраст, парень опытный, искушенный в боях. И, может быть, так просто его этими финтами не провести. Вот пытался сейчас идти вперед Имамади. Получил удар навстречу, сам пытался ответить. Жалалхон никуда не торопится, он первый раунд достаточно уверенно забрал, поэтому он ждет своего оппонента. И вот, собственно, как и в первом раунде, проводит хороший классический тейкдаун, забирая концовку раунда. И тем самым еще более упрочив свое преимущество. Он уверенно лидирует. Набираются сил перед последним решающим раундом бойцы. Слушают какие-то последние указания своих тренеров. Боец готов? Третий раунд. Бой! Объявляется третий раунд. Ну, посмотрим, что-то будет Имамади менять в своей тактике или также и будет продолжать с этими финтами вызвать соперника на обмен ударами. Пошел сейчас сам Жалалхон вперед. Решил не искушать судьбу. Валит своего оппонента на канвас. Шею отдает. Пытается сейчас Юнус вытянуть гильотину.
Вот нет контроля ногами. А вот сейчас он забрасывает уже ноги. Вот это уже опасность. Это уже опасно для Миноварова. Ну, сейчас нужно, конечно, Мамади всему вложиться в этот прием. Другого шанса уже может не быть, если он хочет выиграть этот поединок досрочно. Все, время на борьбу в партере закончено. Миноваров выдержал эту атаку. Но тоже для него тревожный звоночек. Попался он достаточно плотно. Пытается Юнусов так углы резать, чтобы обойти защиту своего оппонента. Постоянно меняет вектор атаки. Ну, ждет его же Лалхон. Попытка пробить стрелу. Сразу клинч. Он снова шею отдает. Сейчас вопрос. А нужно ли было в эту борьбу лезть? Пытается закрыть свой капкан Мамади. Захват от шеи он неплохо, но вот нету именно контроля ногами, нет растяжки тела своего оппонента, чтобы была опасность именно удушающего. А 30 секунд, в принципе, можно и выдержать, если это простой захват. Стоп, стойка! Бой! Ну что ж, последние секунды у нас третьего раунда. Пытается Юнусов идти вперед, получает два мощных удара навстречу, которые останавливают его порыв. Хороший плотный удар. Возможно, сейчас же Лалхон захочет взвинтить темп, чтобы красивую концовку забрать. Пытался идти вперед, немножко так провалился. Сумбурная получилась атака. Сразу же перешел на попытку тейкдауна. Отбросил ноги ему Мади. Контрит на этот проход. Активнее! Призывает Владимир Балала к активной работе спортсменов. Стоп, стойка! Бой! Стоп! И все, поединок завершен. Опять у нас есть, в принципе, явно лидер, явный человек, который хорошо провел все три раунда, сделал больше явно технических действий. Что судейский вердикт будет в пользу у нас Жалалхона. Неплохо он выглядел. Конечно, видно, что потенциал у него явно такой повыше, чем у соперника. Он более разносторонен. Демак, достар, кук бурчак, да? Миноров Жалалхон ютте. В этом бою победу одержал боец из синего угла Жалалхон Миноваров. Хороший бой, хорошая победа. Поздравляем Жалалхона Миноварова с победой. Благодарим Юнусова Мамади за этот бой. Слово тебе на право победителя. Передай привет. Скажи свои впечатления. Хамага, ассаламу алейкум. Авваламбор. Мене шунга читкия. Отанамга каттакон. Рахмат айтаман ва биринчи тренерларим Равшан ака Муминов, Сардор Эгамбердиев, Абдулбор Тошбаев, асосиси рахматли Абдулла ака Тошбаевга багышлайман бу жангларимни. Ҳамма мен таниган, ҳам қишлоқларимга ҳаммага салом. Оло Хусайн Раҳмонов учун имконият берганингиз учун сизга ҳам рахмат, каттакон. Рахмат. Ну что, поздравляем! Это был Жалалхон Миноваров! Достар, этворингизге янги очилган R3 Maximus Gym спортивный клубымызны очиганымызны эйлан кылмокчубыз. Тренерлик вазифасыда машхур боец ва тренер көплөп шогурдтар чыгарган
Максим Кулдашев. Siz o'zingiz yoki farzandingiz bilan birga kelib, o'zingizga qulay vaqtda shug'ullanishingiz mumkin bo'ladi. Narxlar hamyonbop. Bizning manzil metro yaqinida joylashgan. Xullas, keling, shug'ullaning. Zero sport sog'lik garovidir. Ну что, а мы тем самым двигаемся дальше. И следующая пара у нас в весовой категории до 62 килограмм. И в красный угол октагона приглашается боец из Таджикистана. Встречайте, Мурат Давлатов! Кызыл Мурчак, да. Давлатов Мурат, Таджикистан. Салам алейкум, ай, Таджикистан. Ай, блядь, хатлон, ай, район Женикул. Ай, Шарак, Игаравтик, и Москва, Манагин, Десолчит. این جنگ شروع را در اینستاگرام رسام رحمانم دیدم و با این خرار کردم که دائمی اشتراک کنم مرا کسیم فارغ کردن های کسیم گذاشتم مرا سپرین دادن سپرین من دیدم بچه های سوزای نصیب کنم بای خرارش نشون میتیم همه شروع اینار در بپیش توجیستان بپیش بچه های گرادیت سلام علیکم. Еще один международный бой, дорогие друзья. Мурат Давлатов, Таджикистан, город Гаравути. 26 лет, 62 килограмма вес, 175 сантиметров рост. Напомню вам, дорогие друзья, что Рустам Рахмонов создал этот проект специально для того, чтобы молодые, перспективные, талантливые бойцы получили свой шанс заявить о себе на такой вот арене, на проекте Pop MMA номер один в Узбекистане, «Львиная битва». И у вас есть еще шанс попасть на последний, четвертый отборочный этап, который пройдет в городе Москва. Для этого присылайте свое резюме, все контакты будут в описании. А синего угла приглашается его соперник. Встречайте, боец из Узбекистана, Авазбек Амонов! Кокбурчак, да, Амонов Авазбек, Узбекистан, Самарканда, игровой чешок, мишки килограмм. Assalomu alaykum, amaga. Mening ismim Amonov Avazbek. Men O'zbekiston Samarqand viloyati Paxtarqon tumanidanman. Men yoshligimdan kurash bo'yicha shug'ullanganman. Hozirda Sankt-Peterburg shahridaman. 2017 yil kelganman. Hozirda hozirgi vaqtda ham ishlayman, ham turnirlar qilaman. MMA bo'yicha Maksim Kuldorovning klubida yaqinda keldik. Kishilar jangini Rustam Rahmonov sayvasida quruq oldim. Mening yoshligimdan qiziqish bor edi. Shunga qatnashib, niyatimga yetdim, atborga keldim. Meni qabul qilishdi, sapernik berishdi. Sapernikimni ismi Murat. Murat, senga omad. Oktagonda kim kuchlikini sinaymiz. Hozirda 2 marta turnirga qilyapmiz. Testlarni tashlab, to'g'rilab, texnikalarni o'chib, xudo xolasa zrelishni bo'y qurishga harakat qilamiz. Hammaga omad. Avazbek Amonov станет его соперником из Узбекистана, город Самарканд. 23 года, 62 килограмма вес, 187 сантиметров росту. Представляю вам бойцов данной пары. Справа от меня боец из красного угла.
Он из города Гаравути, Таджикистан. Его возраст 26 лет, рост 175 сантиметров. Приветствуйте, Мурат Давлатов! А слева от меня боец из синего угла. Он из города Самарканд, Узбекистан. Его возраст 23 года, рост 177 сантиметров. Приветствуйте, Авазбек Амонов! Рефери в октагоне Владимир Балов. Судьи, обратите внимание, красный угол Мурат весь не сделал, желтая карточка. Бойцы на середину, пожали руки. Внимательно слушаем мои команды, правила не нарушаем. Головой не бьем, в затылок, в позвоночник, в пах не бьем. Локтями в голову не работаем. Коленом в голову можно бить только в стойке. За сетку, перчатки, шорты не хватает. В партере 30 секунд дается. Покажите красивый бой. Удачи, парни. Раунд 1. Ну что ж, ждем мы хороший, красивый бой. Мурат Давлатов, Таджикистан, против Авазбека Амонова из Узбекистана. И у бойца в красном углу желтая карточка. Значит, первый раунд он уже проиграл. Лоукик наносит Авазбек. Мурат сразу отвечает ему ударом в голову. Еще один хороший лоу от Авазбека. Пытался чередовать это с ударами руками, но нарвался на атаку от Мурата. Пошел в ноги и отдал голову на гильотину. А это очень жесткий захват сейчас, дорогие друзья. Пытается сейчас Мурат добыть победу. Авазбек выживает. Но плотно удушающий идет. Амонов держится, ему нужно подержаться 30 секунд, пока идет борьба в партере. Не удается Мурату завершить этот удушающий, хотя, казалось, захват просто невероятно крепкий. 30 секунд. Удалось Амонову выдержать это. И бой продолжается на стойке. Лоукеки идет вперед с ударами, Мурат подсекает его, переводит на канвас, Авазбек начинает бить голову в корпус. Давлатов просто подвязывает сейчас своего оппонента, чтобы не дать ему, так сказать, разгуляться. Ну, хорошо контролирует своего соперника в партере, это, в принципе, понятно, и Владимир Балава сразу останавливает бой. Поднимает бойцов в стойку. Бой! Видимо, что пока Мурат себя поувереннее чувствует в стойке. Авазбеку хорошо удаются тейкдауны. Кружат по октагону бойцы. Интересную атаку задумал, но видно было за версту все вот эти финты, которыми Мурат хотел обмануть своего оппонента. И Авазбек просто даже на удар в дистанцию не подошел. Но лоу-кики очень мощные у Амонова. Очень. Если бой перейдет в более поздний раунд, они должны будут просто сказаться на Давлатове, на его подвижности. Призывает Владимир Балава более активно вести бой. Снова лоу от Амонова, на защиту пришелся он. Он полагается только на это свое оружие. Хотя, в принципе, вот ударная техника руками у него на уровне, но он ее пока не использует. И первый раунд у нас завершен. Сейчас подсказывает своему бойцу. Тейкдауны у Амонова и так, в принципе, на уровне. Вот
Единственное, что он дальше не развивает эту позицию. Я один раз даже попался на гильотину, но очень жестко. Надо быть, конечно, поаккуратнее, когда проходишь ноги. Бойцы готовы? Второй раунд. Бой! Второй раунд стартовал сразу же без разведки. Пошел вперед. Мурат опять тейкдаун. И сразу же в маунт еще причем заскочил Омонов. Вот сейчас очень удачно у него это действие техническое получилось. Мурат сразу же старается его просто подвязать. Понимаю, что сейчас будет худо, если он отпустит его. Это понимает Омонов. Ему надо отжимать голову своего оппонента, стараться разорвать этот захват. Потому что с такой позиции ты нормальный удар не нанесешь. Стойка! Время, пущенное на партер, закончилось. Возвращается бойцы в стойку. Но пока что все тейкдауны Омонова проходят. Ничего Мурат с ними не может поделать. Надо ему что-то сейчас придумывать. Еще один лоу от Уазбека. И снова вот только выманил на себя оппонента, завалил его тут же в тейкдаун, тут же прыгнул в маунт. Но снова позволил себя подвязать. Немножко опыта, мне кажется, не хватает Уазбеку. Все хорошо у него проходит по тейкдаунам, а вот именно дальше что с этим делать? У него ничего не получается. Позволяет он Мураду выдерживать эти атаки. Начинает кружить вокруг своего оппонента Уазбек. Возможно, сейчас опять на лоу будет его вытягивать. Закручивает, закручивает, закручивает. Ждет атаки. Но уже Мурат не так подвижен, как в начале первого раунда. Смотрите, только опять, только махнул рукой, сразу получил тейкдаун. Ну, один раз за разом это проходит. Правда, сейчас опять на гильотину попался. Вот сейчас для Мурада Давлатова вот это шанс очередной закончить бой. Жестко прихватил он шею своего оппонента. И растягивает, растягивает, растягивает сейчас его. Вырывается, вырывается Уазбек. Две очень тяжелые гильотины он пережил. Вырвался. Тогда у него все хорошо. Просто все хорошо у него. Но порой позволяет он своему оппоненту ставить такие капканы себе, с которых потом нужно героически вырываться. Второй раунд у нас завершается, дорогие друзья. Впереди третий решающий. Посмотрим, что ему сейчас угловые объяснят. Душить пока Уазбека Омонова у него не получается. Значит, надо искать, наверное, счастье все-таки в стойке. А любая атака Мурада заканчивается тем, что ему проводит тейкдаун. Бойцы готовы, третий раунд. Бой! Третий раунд. Давлатов Мурат против Омонова Уазбека. Пошел вперед удар. Мурат попал хорошим ударом. Казалось, потряс его соперника, но тут же Уазбек себе на пользу эту ситуацию обернул. Прошел в ногу. Завалил противника. Зажал его к сетке. Пытается халфгард пройти, но тут смысла как бы особого нет, ни одному, ни второму силы тратить, поскольку есть ограничения по времени на борьбу в партере.
Бой! Ну вот сейчас вот, да, где-то вот Мурат понял, где он может все-таки добиться успеха. Не нужно Давлатову застаиваться однозначно. Тут ждать у моря погоды он не дождется. Первые два раунда он проиграл. Ему нужно выиграть чисто. Поэтому нет смысла сейчас экономить силы. Удары хорошо проходят. Сейчас может опять нарваться на тейкдаун. Собственно, ну вот мы и видели. Но сейчас опять шею. Отдает. Если удастся гар закинуть, то он может быть и сильно удушающий. Опять же, на усталости. Третий раунд. Гильотина есть, но Авазбек уже две такие гильотины прошел, гораздо более жесткие. А у Давлатова руки забиваются. Каждый раз, когда он проводит, пытается провести эту удушающую, он, безусловно, устает. Мощный удар сейчас удается Авазбеку. И это нокаут, дорогие друзья. Все-таки выцелил он своего оппонента. Четкий, мощный, прямой, челюсть разрез. И все, поединок завершен. Поздравляем Авазбека Омонова. Казалось бы, что в стойке его немножко превосходил Мурат Давлатов именно мощно на руках. Но Авазбек дождался своего шанса и победил. Мощно. Итак, в этом бою техническим нокаутом победу одержал Авазбек Омонов! Мурат, не мое тьма, да. Соперник как-то, турнир как-то, вообще хамас как-то. Ассаламу алейкум всем. Камега Рахмат. Кимдер поддержка кылган болса, вас сизге рахмат деп турганда организация үчүн шундай возможность үчүн. Бар хамма тамашабинлерге авал отонумга рахмат. Рахмат кимдер балет кылган болса, Москва. Бачой гарати, ассаламу алейкум всем. Иншааллах яны көрсөтөмүз жакшы. Барбамартас барба етишмадынас. Бүгүн барба кечлейбиз. Күт кызыш бу Харакат көп ровола. Омаз берсин. Авазбек, хочу тебя поздравить с уверенной победой. Молодец, красавчик. Поделись своими впечатлениями, передай привет и расскажи, как так вышло, что ты так финишировал эффектно. Салам алейкум всем. Алхамдулиллах, выиграл. В первую очередь хочу спасибо сказать Максиму Кулдошеву за то, что за... Как меня приняли на этот подбор, 10 дней осталось, подготовили меня от души Максимус Тим, вперед! Ассаламу алейкум, Аммага! К мене куват-куватлады, уйдагилар, Узбекистан, Самарканд. Рустам Рахмонов, сизгем катта рахмат, бзаргаш мака шанс бериз, кече-кече кучеде уруш берудик, мене бугун инга чихтей катта рахмат. Молодец! Салам алейкум хаммада, Хонангио, Самарканд, Падар, Модар, хамма туна наз мебинум, Кодиров, Бадалбек, Аманович, Дододон, Пасиша, Юма, Метад, Победа, Субхинисо, Асадва, Саид, все мои братья, всем еще раз хочу сказать, Максим, вперед, всегда будем бороться. Красавчик. Красавчик. Санкт-Петербургдагы юрттошларымызга Рустам Рахмоновтан кичкене тавсия. Bambi Cake kompaniyasidan ajoyib tortlarni sizlarga tavsiya qilamiz. Ushbu tortlarni bizni promokod orqali Rustam Rahmonov kanaldanmiz deb zakaz qilsanglar, 10% chegirmaga ega bo'lasizlar. Har xil turdagi tort mahsulotlarini bemalol xarid qilishingiz mumkin. Hammalarga omad va yoqimli ishtaha. И мы переходим к нашей следующей паре весовой категории. Приглашается боец Садарбек Худайбердиев. Кузбучек, да.
Худойбердиев Сардорбек, Өзбекстан, Турхан Нарев, 23, 77 килограмм. Ассаламу алейкум, хамайя. Мен 2001 yil Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanida tug'ilganman. 2020 yilda Sankt-Peterburg shahriga o'qish maqsadida kelganman. Hozirda ham ishlayman, ham trenirovka bilan bo'sh vaqtimda shug'ullanib turaman. Bu she'rlar jangini Rustam Rahmonovni Instagram sahifasida ko'rib qoldim va o'zimni sinab ko'rishga qaror qildim. Chunki oldindan sportga qiziqib, sport bilan shug'ullanib yuraman. Shuning uchun kastingga keldim, kastingdan o'tdim, Xudoga shukr sapernik berdim. Nasib bo'lsa omad hammaga, qo'llab-quvvatlab turinglar. Nasib bo'lsa chiroyli bo'y ko'rsatishga harakat qilib, inshaalloh yutamiz. Бой в полусреднем весе, 77 килограмм. Худойбердиев Сардарбек из Узбекистана, город Сурхандария, 20 лет ему, 180 сантиметров росту. Мамаджонов Джасурбек, Узбекистан, Кокон, 26 кг, 77 килограмм. Jasur, 1994 yil, Qo'qon shahrida tug'ilganman. Hozirgi kunda 2012 yildan buyon Tomsk shahrida, Rossiyaning Tomsk shahrida, Sibirda ishlab kelaman. Bo'sh vaqtlarim trenirovka qilib turaman. Shu yoshligimdan MMA'ga qiziqardim, qiziqishim bo'lgan. Dadam o'zi shug'ullantirib degan yoshligimdan. Men bu she'rlar jangi loyihasini sinoqmoqman. Мамаджонов Джасурбек из Узбекистана, город Кокан, 26 лет, 180 метров рост. Львиная битва потихонечку движется к своему финалу, точнее, движется ее третий отборочный этап. Я напоминаю вам, дорогие друзья, что четвертый состоится в Москве, и это будет последний в этом году отборочный этап львиной битвы. Дальше начнутся бои на выбывание. Это будет гран-при в каждом весе, где будут драться лучшие бойцы отборочных этапов, и победитель получит пояс чемпиона и солидный денежный приз, а также славу первого чемпиона львиной битвы. Итак, представляю вам бойцов данной пары. Справа от меня боец из красного угла, он из города Кокан, Узбекистан. Ему возраст 26 лет, рост 180 сантиметров. Приветствуйте, Джасурбек Мамаджонов! А слева от меня боец из синего угла, он из города
Сурхандаря, Узбекистан. Его возраст 20 лет, рост 180 сантиметров. Приветствуйте, Сардарбек Хулайбердиев! Рефери в октагоне Владимир Бала. Бойцы на середину. Пожали руки. Внимательно слушаем мои команды, право не нарушаем. Головой не бьем вообще. Затылок, позвоночник, пах не бьем. Локтями в голову не бьем. Коленом можно работать в голову, только в стойке. За сеткой перчатки шорта не хватает. 30 секунд работы в парке. Покажите красивый бой. О, мои люди. Боец готов? Боец готов? Итак, Жасурбек Мамажонов против Сардарбека Хулайбердиева. Бой! Львиная битва. Сардарбек сразу начинает с лоу-кика. Попытка мидл-кика провалилась. Тут же Жасурбек запрыгивает ему на спину. Пытается взять жесткий удушающий. Похоже, ему сейчас это удастся. За руку вцепился за вторую сейчас Сардарбек. Старается он, да, не допустить удушения. Если руку заправить, Жасурбек, все, поединок будет закончен. Это прекрасно понимает Хулайбердиев. Все, прошел удушающий. Стремительно. Цена одной ошибки. Промахнулся Сардарбек. Все. Мамажонов тут же ему запрыгнул на спину и провел удушающий прием. Это бои. Поздравляем победителя Жасурбека Мамажонова. Он все сделал очень четко. В этом скоротечном бою победу одерживает боец из красного угла Жасурбек Мамажонов, Узбекистан, город Коканд. Сардарбек, какие у вас гапры? Жасурбек, пару слов тебе на правах победителя. Очень быстро бой закончил. Расскажи, так и планировался или так получилось? Если честно, я не... У меня есть желтая карточка, и в носу травма. Я сам удивился так быстро. Богамаса, отанам да дуаса, юрташларым дуаса, узах йолдан васфигамыз, мехнатларыныз самарасы. Хаммага рахмат каттагон. Рустам акам, организация, барча-барчалар, котта рахмат. Также от души хочу спасибо сказать первому тренеру Сергею Анатольевичу и действующим тренерам Минису и Артему Кузнецову. Честно, я даже меньше месяца готовился к этому бою. Меньше даже месяца. Даже пропускал, возможности не было. Спасибо всем огромное. Красавчик, поздравляю с победой. У тебя на самом деле выход был намного дольше, чем бой. Это было круто. Ну что, поздравляем еще раз. Это победитель Жасурбек Мамажонов. Ассаламу алейкум. Мен Кучкаров Шухраб Ширалиевич, Арс Дентал, многопрофильный медицинский центр, клиника Ассоциация. Бізда стоматология, хирургия, урология, терапия, гастроэнтерология, кардиология, лор, гинекология, неврология. Бөлімлері өз фаулиятыны юртмоқта. Шуниндек, бізда қон тахлалары, сидик тахлалары, МРТ, КТ, ЭКГ ва УЗИ диагностикалары мавжуд. Біздің іштимаи тармақларымызге обна болин. Асосан,
Instagram sahifamizda har haftada bir marotaba jonli efir orqali o'zingizni qiziqtirgan savollaringizga mutaxassis tomonidan bepul javob olishingiz mumkin. Qolgan barcha ma'lumotlarni esa bizning internet sahifamiz orqali bilib olishingiz mumkin. Ha, aytgancha bizning internet tarmoqlarimizdagi obunachilarimizga alohida chegirmalar mavjud. Ну что, весовая категория до 82 килограмм. В красный угол октагона приглашается Жумаев Абдукадир, Узбекистан. Кызыл бурчакта Жумаев Абдукадир, Узбекистан, Деннаудан, 25 ёж, 82 килограмм. Динамитон движется к своему финалу сегодняшнему. Жумаев Абдукадир. Из Узбекистана, город Денов. 25 лет, 82 килограмма вес, 170 сантиметров росту. Петербург шахтаге 2018 yıl kelganman tekshirish maqsadi bilan. Shu yildan beri taksi xizmatini qilaman, taksichilik qilaman. MMA sport turiga yoshligimdan qiziqib kelaman, yoshligimdan sportga qatnashish, chempion bo'lish orzu havasim bo'lgan. Mani birinchi udarlarga o'rgatgan Inom aka Farg'ona shahridagi trenerim bo'ladi. Ularga kattadan katta salom. Va hozir mana Maksim Qo'ldoshov qo'lida tayyorgarlik ko'ryapmiz. Xudo xolasa inshaalloh chiroyli bo'yla ko'rsatishga tilakdoshman. Hamma taksis bolalarga alangalik salom. Mani jangga chiqishimda oila a'zolarim qarshi emas. Chempion bo'lishimga hamma qo'llab-quvvatlab turibdi. Hammaga assalomu alaykum. Xudo xolasa mani tanigan yori birodarlarimga chiroyli bo'y o'tkazib berishga harakat qilaman. Hammaga salom. Ну, соперником Абдукадима станет Абдуллаев Марувжон. Также Узбекистан, город Фергана, 33 года парню, 82 килограмма вес, 190 сантиметров рост. Ничего себе, разница у него 20 сантиметров в росте будет. Это солидное преимущество, скажу я вам. Он из города Деков,
Республика Узбекистан. Ему 25 лет, рост 170 сантиметров. Приветствуйте, Абдукадир Жумаев! Слева от меня боец из синего угла. Он из города Фергана, Республика Узбекистан. Его возраст 33 года, рост 190 сантиметров. Встречайте и приветствуйте, Марувжон Абдуллаев! Слово рефери Владимир Пала. Бойцом в середину. Пожали руки. Внимательно слушаем мои команды, правила не нарушаем. Головой не бьем вообще. В затылок, позвоночник, в пах не бьем. Локтем в голову не работаем. Коленом в голову можно работать только в стойке. За сеткой перчатки шорты не хватаем. 30 секунд работаем в парке. Покажите красивый бой. Парни заряжены. Да, соглашусь, парни явно заряжены. Боец готов? Ждем красивый поединок. Судья, время, первый раунд. Жумаев Абдукадим против Марувжона Абдуллаева. Занимает ожидаемый центр клетки Марувжон. Понятно, что с дистанции работать явно будет легче, чем Абдукадиму. А там она будет как-то пытаться прорваться на короткую дистанцию. Но вот сейчас сам Марувжон подарил эту возможность, совершил ошибку с бэкфистом, получил удар навстречу. Колено сейчас бьет Абдукадим. Идет бороться. Тут тоже ожидаемо. Хороший бросок. Наносит мощный удар по голове Марувжона Абдукадим. Но тот умудряется сам такой ответный тейкдаун провести. Затылок не бьем, красный, аккуратно. Похоже, удары сказываются, потому что... Ого, на треугольник на обратный, что ли, пошел сейчас. Абдукадим. Немножко неподготовленный был прием. Сейчас Марувжон вырвется и вырвался. Стоп! Борьба в партере завершена. Лицом. Бой! С размашистым ударом пытался сейчас Марувжон начать атаку. Попался в захват. Абдукадим на короткой дистанции отвешивает хоккейные крюки такие, которые явно Марувжону наносят ущерб. Вот сейчас фронт-киком он отвечает. Лоу. И пытается ставить своего клинча, работает, но в итоге попадает. Сейчас, похоже, захват. Нет. Хороший получается бросок у Жумаева. Сейчас он может еще провернуться на север-юг, но нет. Не дает ему это Абдуллаев. Забирает шею. И вот сейчас может пойти гильотина. Захват хороший. Антропометрия сумасшедшая просто для грэплинга. И будет сейчас тяжелая ситуация для Абдукадима. Но время работы в партере подошло к концу. Сум в центр. Бой! Фронт-кик от Марувжона. Идет в обмен ударами Абдукадим. Нарывается на несколько мощных ударов. И вот опять промахивается Марувжон. Сразу же Жумаев идет в борьбу. Начинает его таскать у сетки. Искать возможность бросить, подцепить. Разрывает, да, сейчас захват Марувжон. Бьет прицельно. Закончен раунд. We'll be right back.
замелькают последние секунды перерыва. Сейчас начнется второй раунд. Бойцы готовы? Второй раунд. Бой! Бой продолжен. Абдулкадим Жумаев против Нуруфжона Абдуллаева. Хорошая попытка у Ширы. Достигает она корпуса. Идет рубиться сразу же Жумаев. Получает коленом. Зажимает ее сейчас у сетки. Расстреливает буквально Маружон. Боковыми еще одно колено. Удается ему потрясти своего оппонента. Бьет уже на выбор. Снова колено. Близок к тому, чтобы Маружон сейчас, к тому, чтобы завершить этот поединок в свою пользу. И это все. Полотенце выкинуто. Все. Маружон Абдуллаев одерживает красивую, убедительную победу. Все-таки ударная техника сработала. Абдулкадим Жумаев бился отчаянно, но вот эта атака принесла затяжную победу Абдуллаеву Муравжону, с чем мы его поздравляем. Демак, друзья, секундантла көрдилі, сачолды отқан үчін, ғалабаны көк бұрчайда Маравчон үтті. Маравчон, саперінің хақыды көгіз көпірсейсі. Assalomu alaykum hammaga. Rahmatullohi va barakatuh. Nodir aka, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Avvalambor mana tayyorlagan Maksim qo'ldoshovga kattadan katta rahmat. Alloh razo bo'lsin. Nimaki niyati bo'lsa, niyatlariga yetsin. Gruppamizga, Maksim Istimga hammaga omad. Sizlar bilan hamisha birga biz yaqinda tanishdik, inshaalloh darz ketamiz. Saperligim uchun to'g'ri tushunaman. Men ham yangi, u ham yangi, hali uncha vistupat qilmadik, birinchi marta vistupat qilyapmiz. Kelajakda u bolaga ham omad tilayman. Keyin jerebovka ham juda to'g'ri qo'yilgan. Rustam aka, sizga ham katta rahmat shu bellashuvda chiqarganlaringga. Nodir akaga, qolgan jamoalarga kattadan katta rahmat. И всем облагословение, всем спасибо за поддержку, за хорошие слова. Ассаламу алейкум, рахматуллах, баракат. Девак, друзья, давай мы там, сгем умат, дальше больше. Друзья, блогер вы мухчилары, йоки тиктокер, йоки видеомонтажер вы мухчимысла, йоки фотошопты. Хама курс, друзья, мана устроен онлайн мактабымда бу. Кириле, курсымны олиле, вам амблам ргосиле. Хамасы мощный болады. Кеттик. Хотел как раз таки это объявить, у меня опередили. Так, ну что, у нас последняя пара. И это вес супер тяжелый, 93+. В красный угол октагона приглашается Абдулнурулаев. Ассаламу алейкум, хаммая. Меня зовут Нурулаев Абдулло. Я уже мигрант, да? Катя Гурган. Шахрадам, я уже легенда, спорт, я уже легенда. Спорт, харкал, турлар, ленш, легенда. Озерда, еще Рустам Ахмонов, ты. Инстаграм, сахивасты, да. Ширлер, джангене, куреп.
qatnashish istagi uyg'ondi. Shuning uchun o'zimni omadimni sinab ko'rmoqchiman. Sapernigimga keladigan bo'lsak, ko'rdim. Prosta ishtima. Anda uyg'otolmadi. Prosta ne to'y urvin. Ikkita yelkasini o'tasa, kallasi bo'lsa bo'ldi. Qizig'i yo'q. Terminator bo'lmaydimi? Qizil bulchakda Nurullayev Abdullo O'zbekiston Samarqandda 20 yosh 93 plus. Живое у нас выходит на арену. Абдулло Нурулаев, Узбекистан, город Самарканд, 20 лет, весовая категория 93 плюс 180 метров росту. Соперником Абдулло станет Шербоев Асилзод из Узбекистана, город Жаркурган, 27 лет, 176 сантиметров роста. Но настоящий тяжеловес сейчас у нас будут биться. Напомню, что была львиная битва. Третий отборочный этап. Проект Рустама Рахмонова. Проект Pop MMA номер один в Узбекистане. Направленный на то, чтобы молодые талантливые спортсмены получили свой шанс проявить себя. Победители, лучшие бойцы отборочных этапов будут биться. Представляю бойцов данной пары. Справа от меня боец из красного угла. Он из города Самарканд, республика Узбекистан. Его возраст 20 лет. Рост 180 сантиметров. Приветствуйте, Абдулло Нуралиев! А слева от меня боец из синего угла, из города Джаркургант, республика Узбекистан. Его возраст 27 лет, рост 176 сантиметров. Приветствуйте, Асилзон Шербаев! Спасибо, провел 3 раунда по 3 минуты. Рефери в клетке Владимир Бала. Головой не бьем, затылок, позвоночник, пах не бьем. Локтем в голову не работаем. Коленом в голову можно бить только в стойке. За сетку перчатки шорты не хватаем. 30 секунд в партере работаем. Покажите красивый бой. Ну что ж, ожидаем. Это завершающий бой. Красивый бой. Дайте шубу, супер тяжелый вес. От тяжеловесов. Нурулло Абдуллаев. Ой, Нурулаев Абдулло против Асилзода Шербоева. Начинается у вас поединок, львиная битва. Сразу же с хайкика заряжает Абдулло. Лоу. Еще один лоу мощнейший. Переключает опять на хайкик. Попадает в клинч. Асилзод старается добыть успех в борьбе. Нурулаев подвязывает обе его руки, чтобы не дать пространство для маневра. Давай,
Удается встать сейчас Абдулло, но попадает он в захват, но в то же время заканчивается время для борьбы в партере. Ну что ж, посмотрим мы еще раз на ударную технику наших тяжеловесов. Селзо с ударами врывается на короткую дистанцию, накрывая сейчас своего оппонента, в маунт садится. И это шанс для него закончить бой. Мощнейшие удары обрушиваются на Абдулло. Тяжелая ситуация для него. Пытается он смастить, уйти. Болевой прием хочет сделать сейчас Асилзот, но времени не хватает. Снова стойка. Мощный удар удается Асилзоду. Потрясает он своего оппонента. Сейчас снова будет окучивать его этими мощными ударами. Тяжелая ситуация. Нурулаев. Тамерфисты. Продолжается поединок тяжеловесов. Ну, видно, что уже, да, Нурулаев, конечно, под этими ударами такой ущерб потерпел, что сил не осталось. Сейчас будет второй раунд в бою между Абдулло Нурулаевым и Асилзотом Ширбоевым. Бойцы готовы? Второй раунд. Бой! Идет вперед Ширбоев. Накрывает он снова проход Абдулло. Пока что его тактика приносит ему плоды. Изматывает он своего соперника, наносит очень жесткие удары в голову. Хороший бэтл сейчас удается Абдулло. Пытается он развить успех. Подхватывает шею. Он сейчас Шерзода. Асилзода. Пытается задушить, но... Наносит несколько ударов Нурулаев, вырывается Шербоев, и сейчас сам куда?
Запрещенное действие. Прилетело бы в голову, и все, дисквалификация. Бой! Пытался сейчас снова с бэкфиста, но уже так, сил-то нету. Даже равновесие не смог удержать. Сейчас его влетел в поджидающий захват Шербоева. И снова его голова подвергается бомбардировке. Со стороны Силзода. Шлан еще попытается задушить, но нет, не получилось. Болевой прием тоже. Стоп, стойка. Не удается. Опять бойцы у нас измотаны. Но тяжелый вес. Заряда хватает буквально минуты на 2, на 3. Устали страшно. А еще впереди третий раунд. Бой! Ну что, надо биться из последних сил. Ох, мощнейший удар какой сейчас удается Шербоеву. Но раунд заканчивается. Как он четко попал. Ну что ж, третий решающий раунд нас ждет в этом бою. Шансы есть у обоих оппонентов. Тем интереснее. Нурулаев Абдулло против Шербоева Силзода. Бой в тяжелом весе, львиная битва. Третий отборочный этап. Бойцы на середину. Бойцы на середину. Третий раунд. Бой! Устали спортсмены, но тут любой удар, это тяжеловес, любой удар может быть решающим. Шербоев просто ждет, когда к нему, Абдулло, когда к нему подойдет на дистанцию для удара. Да, сил нету. Просто нет. Но надо собраться. Надо собраться. Осталось-то совсем чуть-чуть. Есть обмен ударами. Будет ли бросок? Идет ноги Абдулло. Мне кажется, что зря. Потому что такого габаритного соперника, как Шербоев, ему не сдвинуть просто. Пытается он его как бы перекатом таким сделать. Сейчас вот как тейкдаун перевести, не знаю, будет ли это оценено судьями. Поднимает стойку Владимир Балава. Пошел обмен ударами у нас. Колено Шербоева. Было пытается отвечать. Это уже концовка, надо вырывать ее. Непонятно сейчас, что у судей на записках. Поэтому бросается, нарывает на своего оппонента. А Силзот этого ждет.
Но вот это был запрещенный удар, который мы видели, дорогие друзья, совсем недавно. И стоил он Петру Яну чемпионского пояса. Очень похожая ситуация. Чудовищно устали оба. Но нужно собраться на последние секунды, довести этот бой уже до финала. Пытаются найти все внутренние резервы какие-то бойцы. Попытка пройти в партер не увенчалась она успехом. Просто уже ждут. Оба, когда же этот бой закончится? Мне кажется, надо будет, что будет. Сил просто нету. Лицо! Бой! Бой! Пытается пройти вперед от белок, встречает его Шербоев. На бэхе заряжался, получилось, что позволил себя завалиться. Что, сейчас на удушающий еще пойдет Шербоев? А это будет номер, если на последних секундах его проведет. Столько терпел Абдулло в этом бою. Но все-таки нет. Поединок завершен. И мы ждем решения судей. Ждем официального объявления. Ну что, дорогие друзья, бой был тяжелым поистине для наших бойцов тяжеловесов. И победу одерживает боец из синего угла Асилзон Шербоев! Поздравляем Асилзона Шербоева с этой победой. Тяжелейший поединок. А на этом, дорогие друзья, мы заканчиваем. Львиная битва. Ждем четвертого отборочного этапа. Всего вам доброго, дорогие друзья. Будьте здоровы. Иншаллах, вперед. Рахмат. Рустам ака. От души. Аллах раз будет. Мене Ильхом ака. Максим Кулашевка. Давлатка. Бек Саттаровка. Хамасага рахмат. Аллах раз будет. Шунча харакет кляет. Ака кемдер... Nasıl çakıp burçaktı bu videoya çıkıyor. Kimdir arağı için hamal gibi videoya çıkıyor. Biz çıkışımız karayın. Allah'a şükür. Hemen razı bu ötürdü bizi çıkanımızda. Kim katıllık bile çıkandan göre ben anday. Ta yok. Kızlarımız kukarıp otanlarımız razı kıp çıkıyor. Allah razı olsun. En avzal takım şu. İnşallah. Hemen rengi rahmet. Selamat buyurun. Maladeyiz. Газом осень. Ну что, дорогие друзья, вот и завершился наш турнир «Львиная битва 3» R3 Fighting Championship. Мы рады вас всех были видеть сегодня на нашем турнире и будем ждать снова наших следующих турнирах. А следующий турнир у нас пройдет в городе где? Москве! Так что оставляйте ваши заявки у нас. Мы всех ждем. Может принять любой желающий. R3, Львиная битва 3 с вами. Всем до встречи!
Москва, жди нас! Мы едем к вам! Главное, верьте в себя, любите свое дело и надейтесь на успех! С вами был Александр Метаморфоза, Рустам Рахмонов и Львиная Битва! Любите маму и мама! Всем пока!